Все, вот так будет лучше. Хаюшки, всем с вами OnePoint, и также за рулем у нас сейчас Лиза, и мы будем играть в дополнение Форсаж для Forza Horizon 2 на Xbox One. Так, нажимаю выбрать. А? Какая красивая машина Торетто из первой части Форсажа у нас. Надеюсь, те помощники, которые я все включил, здесь они будут тоже работать. Новые, кстати, заставки. Такого не было в оригинальной части Форсажа, хотел сказать. Ну и в Форсаже такого тоже, кстати, не было. О, трейлер, реклама, без этого никуда. Кстати, кадры из предыдущей части Форсажа были, да? Ты теперь будешь молчать, ничего не говорить, не дай бог твой голос запишется на микрофон, да? Ну ладно, ладно. Кстати, очень крутая заставка. Из всех частей Форсажа, да, по-моему, сделана? Вот этого в трейлере я не видел, чтоб там была Субару летающая. Свыгуем, свыгуем, танцуем, танцуем, лисенок, танцуем. Ну, боже мой, даже гелики были на больших колесах. Такая заставка, которую прям, не знаю, у меня тут ощущение такое становится, что сейчас будет реально все то же самое, что они вот показывают. То есть тебе придется от танка там уезжать, ехать по полосе взлетный час, так же как в фильме, прыгнуть со здания. Ну вот это, конечно, мне кажется, они переборщили. Это в фильме будет, в новом. Да возьми трубку-то! Наконец-то. Если увижу кого-нибудь дельного, ну, присмотрел кое-кого. Ммм, Лиза, тебя присмотрели. Дельная ты у меня. Смотри, как гоняешь на Хуракане, а! Я так даже не умею. Да что ж ты... Ты сейчас сможешь. Давай, тебе говорю, брат, давай. Брат, братан, братюня. Давай, жми на газ, вон газ. Да. Ты управляешь уже, все тебе передали. Ну не бойся, это не гонка, здесь тебя просто это пока обучают, как ехать. Очень странно то, что мы начинаем опять гонку на Хуракане, которая в оригинальной части тоже в Horizon 2, мы на ней начинали ехать, первую же гонку. И то же самое, все эти подсказки были. И ехать даже так же далеко. Очень странно, как-то они схалтурили. Я считаю, это не дело. Могли бы новый участок карты сделать, как в Штурм-Айленде. А то в Ницце едем. Ну ладно, тут зато они написали, что отправляемся на уличную гонку. Это уже ближе к Форсажу, уличные гонки, все дела. А то было бы странно, если бы мы там отправлялись на какой-нибудь раллийный заезд, и это еще как-то Форсажу было приурочено. Было бы очень странно. Тормоз, тормоз, тормоз... Тормоз. Ну ладно, ничего, главное, тебя телепортировали обратно. Да. Это, посмотри, в настройках можно? Ну ладно, тебе тормозить нормально или тебе включить, чтобы машина сама тормозила? Давай, я верю в тебя. Тебе, видишь, линия, она когда красненьким показывает. Да. Все, хорошо, хорошо, я не буду больше подсказывать. Но смотри, тебя вон Субару обгоняет. А ты сейчас на Ламборджини не едешь, а Субару там в 10 раз дешевле. А я хочу на Ниссан. Ничего, скоро будет Ниссан. По крайней мере, я на скриншотах видел, что будет Ниссан GTR. И люди, которые потом, как всегда, любят меня поспойлерить... Где ты отвлекаешь меня? Все, я не буду. Я буду просто комментировать то, что происходит на экране. Происходит у нас заезд до гонки. Лиза за рулем. Поворот налево. Сейчас будет поворот направо.
поворот направо. Мимо нас пролетела желтая машина по встречке. Это было столкновение с забором. Отлетела коробка. Надеюсь, ты ее... Нет, ну ладно. Да, правильно. Там был Мерседес серебристый. Вы посмотрите на эти прекрасные пейзажи слева. Здесь находится большая огромная яхта. Через 400 метров поворот направо. Ну, кстати, если подумать, предыдущие части Форсажа были то ли не в Ницце, а где-то в Испании, да? Где-то так в Мексике. Ну, короче, были похожие пейзажи какой-то частью. То ли в шестой, то ли в пятой. Помнишь, они там на какой-то этой даче загородной жили? Потом приехал к ним этот большой дядька здоровый, я забыл, как его зовут. А, Скала Джонсон. Так что, по идее, пейзажи-то похожи. Помнишь, там то ли в шестой, то ли в пятой части Форсажа они еще приезжали как раз это, тачки типа покупать. И там была тоже яхта, все дела. Ну ладно тебе материться, ты подумаешь, чувак тебя немного побортовал. Ты тоже его бортуй в ответку. Благо, я вроде отключал повреждения, чтобы машина не билась. А вот надо было посмотреть, в каком состоянии. У людей потом от просмотра этого разрыв сердца бы был. Там, знаешь, некоторые любят, например, Skyline, некоторые любят там Lamborghini. И ты бы такая на разбитой Lamborghini приехала. А они туда куда прошли? Никуда не надо было, ты все правильно ехала. Куча бабок. Такие сейчас бабки на лавках сидят, такие семки грызут. Такие, знаешь, 100 человек такие. Он такой заходит, о, реально куча бабок. О, машина такая знакомая, да? А песня-то какая? Песня из трейлера Лиза, моя любимая. Ну прям пафос, пафос-то какой, а? С каким пафосом все начинается? Давай, гони! Гони! А, ну тут, кстати, не обязательно гнать. Можешь спокойно ехать. Когда я проходил игру, мне только в первой же гонке показывали, какие кнопки нажимать, но теперь решили уже и во второй гонке тоже все равно напоминать, на какие кнопки жать. Определенно чувствует. Смотрите, могу подсказку дать. Можешь сейчас прямо проехать, не поворачивать сразу налево, повернуть просто позже. Вон, видишь, там можно позже повернуть. Хотя бы тут меня послушал. Ладно, я понимаю, в жизни меня не слушаешь. Значит, ты просто не смогла в первый раз. Как, машина управляется сложнее, чем Хуракан предыдущий? Нет, так же управляется. Значит, помощники все-таки все включены. Ты решил его до финиша дотолкать, да, мне? Ну как, ну, такая игра, здесь такие повороты. А ты думаешь, если в городе там где-нибудь ехать не будет, там повороты такие, что там под 90 градусов? Ты поворот сейчас прошляпишь, да, правильно. Ну да, пускай там почту люди не получат. Без почты перебьются. Ты, кстати, ее с собой сейчас везла. Ничего, это бывает. Я сам, когда в гонке прохожу, там какие-нибудь коробки шибу и вместе с этими коробками всеми еду к финишу. Принять участие в заезде, просто подъезжай к отметке и подтверди, что хочешь участвовать. Подъезжаешь, короче, к отметке и орешь Kinect. Хочу! Блин, а было бы прикольно, если бы они сделали такую функцию. Прикинь, чтобы поучаствовать в гонке, тебе нужно было бы подъехать и прокричать Kinect «Хочу!». Если нет, не говорить нам не о чем. Чё ты такую губу сделала? При необходимости вы можете понизить сложность аватаров гонщика. Окей. Ну, она просто пока говорит, сейчас она заткнется, тогда можно будет нажать. Уровень мастерства ваших соперников. Ну да. Момент в режиме свободных заездов. А, слушай, а ты, по-моему, без помощников сейчас ездишь. Ну, не со всеми помощниками. Нажми ОК. А теперь иди в сложность. Ага.
Так, делай. Ну давай, ладно, я сделаю. Делай на низкую, потому что не я сейчас за рулем. Моя девочка не так много играет в игры, сколько я. Вообще не играет, да, она мне тут говорит. Первый раз играет. Все, я понизил. Да, все. Начинаю. Теперь тебе будет удобно, потому что тебе даже тормозить теперь не надо. Ты только про газ не забывай. Че, не едешь, что ли? Нет, так не должно быть. Че это за странность такая? А, все, я понял, почему. Кажется. Что за бред? Давай сделаем так. Новичок на трассе. Помощь в управлении. Это так, это так, это так. Давай. Во, другое дело. Ну, он тебе помогает в поворотах. И сам тормозит теперь. По-моему, это удобно, тебе не кажется? Ты сейчас обгоняешь клонов людей, которые в жизни очень хорошо ездят. Я с ними в гонках участвую. Ну, тут, к сожалению, видишь, какие машины дают, на таких и едешь. О, там, кстати, Панда FX. Обгоняй панду. Потом, когда с ним встретиться, сможешь сказать, типа, Андрей, я тебя обогнала в гонке. Как, вот сейчас нормально или машина сама поворачивает? Хорошо. Давай, Лизонька, 60%. Ну, уже проехала. А все еще едешь пятая. Давай, давай! Ну, кстати, неудобно, что он тормозит сам. Это вообще неудобно. Но он тормозит правильно, тебе остается только рулить. Тебе надо сейчас просто привыкнуть, и тогда у тебя все хорошо пойдет. Тем более тебе нужно финишировать просто третьим. Видишь, написано, финишируйте в числе трех лучших. Это все правильно, это немедленно. Если бы ты ехала быстрее, ты бы сейчас в поворот бы не вписалась. Давай, 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 обгоняй его, обгоняй, хотя бы второй. Продолжить. О, ачивку заработала. Давай пятюлю снова. Молодец. Видишь, в тебе не ошиблись. Молодец. Но скоро будет Ниссан, я думаю. Езжайте в гараж. Вот, в гараж. Опять ачивка. А, это не ачивка. Что это такое было? Ну ладно. Это обогнала Панду FX. Гони как можно быстрее. Как можно быстрее. Только не врежься в них. Молодец. Ай, красавица моя. Ладно, не буду тебя хвалить, все. Так, Лиза, я тебя не хвалю уже. Не надо сбивать деревья. О, да что-то интересненькое. Раньше такого, кстати, не было в игре. Особенно такого не было в игре, кстати. Напоминает 60 секунд, да? Угнать за 60 секунд. Список из 10 машин, карта. Неужели это будет форсажи? Как думаешь? Думаешь, не будет? Ну, не знаю. Чё? Тебе придется на ней опять ехать. Видишь, тут, короче, нужно будет выигрывать гонки.
И следующую гонку, которую ты выигрываешь, там будет новая машина. Да. Выехать из гаража на этой машине. Дальше у нас по списку Toyota Supra 98 года. Toyota Supra 98 года. Лисенок, из первой части Форсажа, помнишь, оранжевенькая такая? Ага. Не-не, то, что новое написано. Ага. Тебе нужно будет все побить рекорд скорости. Это не так сложно. Это не гонки. Ну, может быть. Блин, мне так нравится, что у него движок, смотри, трясется, и шестеренка такая крутится. Ой, что-то тут... Чувствую, короче, из-за музыки ролик потом забанят. Выключи, пожалуйста, радио, Лиса. Выключу. Вот все. Езжай. А то мы тут такие с музыкой гоняем, танцуем, а потом ролик на YouTube будет забанен. Набегут всякие правообладатели. Тебе как, нравится, что подсказки синего цвета появляются? Ну вот всякие, видишь, там циферки, рекорды. Они все синего цвета. До этого они были не этого, они были оранжевого, по-моему. Честно, вообще не смотрю. А, ну тогда все хорошо. А то вот лично меня, я на экран смотрю, они меня отвлекают, прям вообще не могу как. До этого они так не отвлекали. Хотя нет, они не оранжевого, они зеленого цвета, по-моему, были. Да, они зеленого были цвета. Вот как-то зеленый цвет не так бросался в глаза. Вот это сейчас синий забацали. Ну да, правильно. Все, да? Да, не, не все, тебе нужно было нажать на X. Ну да, сейчас X появится. Все, да, нажимай X. Самый длинный дрифт 15 метров. Надрифтило уже где-то 15 метров. Молодец, молодец, дрифтерша моя. А, гони, гони, гони. Тебе нужно поставить, короче, проехать на 137 км в час скорость, чтобы была. Я не вижу, где поворот. Едь по инстинкту. Через 400 метров поворот направо. Сейчас будет поворот направо скоро. А, почему она не летела? Куда? Как стал? А, ну конечно, деревья еще, чтобы сшибались, ну да. Право. Потому что машина сама притормозила. Поверните налево. Короче, смотри, тебе сейчас надо разогнаться и на финиш приехать со скоростью 37 км в час. То есть там будет прямая. Ну вот сейчас прямая, а потом будет поворот. Не сбрасывай скорость, прям гони. Гони, гони, гони. Гони, гони. Еще разок придется проехать. Да. Смотри, нам сейчас показывают все машины, которые мы будем угонять, по ходу дела. И Skyline, по-моему, предпоследний. Давай, солнце. Это он, кстати, он сам погонит. Ну ладно. Зато достижение разблокировано. Чё-то ты там нажгла резины, походу. За это нам дали достижение. Надеюсь, ты запомнила расположение деревьев. Молодец. Не, ну столбы сшибаются. Их сшибай сколько влезет вообще. Ты, короче, полгорода без света оставила, походу. Гони, солнце. Ты можешь этот газ вообще не отпускать, Лисен. Не отпускаю. Она сама тормозит, когда это надо. Да, хорошо, что твои матюки не долетают до микрофона, иначе мне запикивать бы все пришлось. Помнишь, да, тут не тормозим. Просто резко влево поворачиваешь, и она выровняется. Определенно она выровняется. Там далеко ехать? Все, ты приехала, еще разок придется. 175 километров. Тебе сейчас не хватило 75 километров.
Давай, соберись, соберись, лисенок. А если нет, то ты будешь. Если нет, то я буду проходить. Ну, ну ладно. Ну это была подстава, ладно, да, я с тобой согласен. Это как вообще. Это знаешь, как на дорогах подставляют всякие свои попы, чтобы потом им выплату бы сделали. Вот это сейчас то же самое было. Тут красная машинка. Тебя притягивает красный цвет, я понял, да. Через 200 метров поворот налево. Поверни налево. Я буду сейчас специально молчать, чтобы не отвлекать тебя. Там красная машина, меня напрягает. Ты ее объехала, молодец. Давай, 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 давай. Есть! Молодец! Молодец! Умница моя, сделала! Сейчас ты поедешь на супре, значит, наверное. Посмотрим сейчас. А в какой части был Бугатти? Ты видела в Бугатти форсажи? Я что-то не видел, что на Бугатти они ездят. О! Нажми вон на ту кнопочку, которую тебе показывают. Вот на эту. И вон у тебя там новое событие, и до него просто сейчас нажми А. На розовенькое. На красненькое? Ну оно на... как будто розовое, а красным там не пахнет. А, ну да, что-то. Ну все. Нажимай выбрать. Все, теперь продолжить. Б. Угу. Так. Какой занос, профессиональный, а? Опять красная машина. Ой, молодец. Куда? А, вот. Налево, кого? Налево. Сделаешь фотку, а я с удовольствием перешлю ее другу. Куда? Так, теперь тебе нужно фоторежим открыть, лисенок. Нажми на крестовине наверх. А ты не едь, ты остановись. Нажми просто на крестовине наверх. Вот тут вот. Оп. Вот, теперь делай фотографию. А почему в этом месте не нравится? Тут можно красиво сделать. Тут, смотри, деревца всякие есть. Ой, ну ладно, давай я быстро сделаю красивый снимок. Ой, она у тебя тут побитая. Давай сделаем вот так вот. О, смотри, починилась. Как раз тут есть стенд. Ну-ка. Молодец, отличный снимок. Селфи. Ну все, будем перефотографировать, да? Тогда следующий снимок сама делаешь. Как договариваемся. Ну ладно, ну до Ниссана еще надо пройти, солнышко. Кстати, этот стенд сбить надо. Назад просто нажми. Ага. Могла бы просто задом сбить. Ну, как-то это... Некрасиво. Ну все, назад теперь едь. Я правильно, да? Ну, он перестроил тебе маршрут, он поворачивай направо. Как ты любишь жечь резину. А я не вижу, куда ехать. Прямо едь, прямо, прямо. Прямо, я тебе буду подсказывать, куда ехать. А, на карте? Да. Прямо, потом а налево, это... налево. Ты увидела, что карта есть? Направо. Не, реально. Ну все, ты теперь знаешь, что куда. X, 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 X. Не успела. Не успела. Только сейчас X не жми, а тут в гараж войдешь. Назад езжай. Так. Потихоньку. Молодец. Чтобы не занесло машину. Красная машина. О! Ты умничка. Все, да? Да. Молодец. Расписание заездов. Смотри, завершено заездов 1-1 пока. Пока 1-1. Но я верю, что ты все завершишь у меня. О, нитро появилось в Форзе, Лиза. До этого не было в Форзе нитро вообще нигде. Что, и ты мне решила геймпад отдать?
Давай, начать гонку. Раньше не было нитро в Форзе, это просто офигеть. Это круто. Только я не знаю, как им пользоваться. Смотри, у тебя прицел там на супре, тебе нужно эту супру побить, чтобы она сзади тебя приехала. Так. Так. Поняла, да? Супру надо, ну, если да, что. Да. Тебе тут все равно, каким приехать, главное обогнать эту супру. Значит, первая. Ну, просто надо обогнать ее. Ой, ну, как ты прям ланцер, наверное, такой, а, что я сделал? Ну, все, все, все. Ой, 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 о, это предъява, все, это надо мстить, мне кажется. Начни заново, если хочешь. Нажми на паузу просто. Начать заново. Да. Ай, какой Skyline. Какой... Надеюсь, ты дойдешь до него. Какой Skyline? Он прям вообще. Может, ты дойдешь до него? А ты что, будешь комментировать тогда? Ну всё, не отвлекай, не сделай этот. Ладно, ладно, едь. Да. Теперь надо держаться так, чтобы он тебя... Так, не материмся. Блин, бесит. Говори, как этот, как Кузя из универа. Блин, блинский. Мой, блядь, блянская. Ну что ж ты у меня такая матершинница-то, а? Правильно, борту их. Плохие они все. Угу. Четвертая, что ли? Уже четвертая, походу. Да, уже четвертая. Давай ты. Ну давай, если сейчас у тебя не получится, куда-нибудь сильно врежешься, тогда я пройду. Ой-ой-ой. Ну, бесит, надо тормозить, никогда не надо. Ну давай я тебе отключу торможение. Ну, мне кажется, тебе будет сложнее тогда ехать. М? Так отключить или не отключить? Нет. О, смотри, как красиво сделала, а! Достижения даже дали. Ой, супра уже вторая, Лисен. А, нет, третья. Давай, давай. Если так вот так будешь ехать, хорошо, ты обгонишь. Блин, сколько тут ачивок дают, это вообще ачивка за ачивкой. Просто звездопад ачивок какой-то. Ты на прямом участке. Давай, нитро! А где оно, Это над кнопкой тормоза. А где тормоз? Ну, Люсен, под... слева, под пальцем. Ну, бля. Вот это. Нажимать, да? Нажимать и держать. Только тут... Да. Я 12-я? Ты 12-я. Это из-за тебя! Определенно из-за меня. Ты не вмешался. Давай я быстро пройду. Нет, я заново. Давай заново. Но ты поняла, где нитро. Да. Не отключаем торможение? Ну, пока нет. Но если не получится... Ну, ладно, я надеюсь, ты сейчас уже выучил. Так, все, я затыкаюсь. Я буду так вот тихонечко говорить в микрофон. Смотреть, как моя девочка выигрывает гонку. Уже неплохо. По крайней мере, город более-менее остается своими запорами и клумбами. Нет, минус одна клумба. Так, ладно, нам главное побить белую супру. Белая супра — это вообще как-то некрасиво. Поэтому надо 100% выиграть. Но это городу не нужно было. Это не надо было. Так, так. Атака, атака на RX. Нет, все-таки атака на Лансер была. Ланцер опять бедный, он в предыдущей гонке отхватил, теперь опять такой, а-а-а, что я сделал-то? Красная машина, без этого никуда. Так, так, хра... Ну, это нет. Понятно, люди не должны звонить. Ты можешь перемотать. Ну, все, не трогай меня. Так, ладно. А, ты точку контрольную проехала, тебя откинули назад. Я же тебе говорю, надо было... Определенно из-за меня. Ну ты, в принципе, отвлекаешь своей болтовнёй.
Ну как, а мне же нужно комментировать процесс. Эй, он тебя обогнал. Давай-ка подавай. Да, блядь, и так и его. Андрюн, как будто... Второй Дима, да, как будто комментирует. Давай, прямая, лисенок. Ой. Блин, за этими досками я ничего не вижу. А где отмотать? Отмотать на вот эту. Ты просто слишком долго бодала стену. Я тебя подальше отмотаю. Все, теперь... А, нажми. Так, ты управляешь машиной, если что. Вот, другое дело. Поняла теперь, что делать? Она первая едет. Она первая, да. Давай, тут нитро включай. Нитро. Да. А, это контрольная точка пропустила, перемотку. Как? Ну, блин, где они вообще находятся? Красненькие такие светятся. Вот. Ты видишь, мимо проехала? Нет, ты по ним проезжала. Давай. Так, куда? Да. Ну вот, теперь нитро. Молодец, давай. Прям весь баллон сразу. Только ланцер не надо было подпихивать. Вот, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я надеюсь, за дрифт хотя бы дадут. За дрифт тебе точно дадут. Прям эпичный дрифт с нитро. Эх. Финиш, лисенок. Ну ладно, что. Опять Дима. И ты еще умудрил в дерево прямо на финише врезаться. Почти удалось, брат. Брат, братан, братуха. Очень почти было. Так, это мы делаем так. Не, все, сейчас так. Ладно. Ванпоинт у руля. Сейчас я буду сшибать коробки и всех вокруг. Ой, слушайте, она и правда управляется-то не очень. Так что не надо в комментариях на мою девочку гнать, что, мол, вся в Диму пошла. Нет. Просто машина реально неуправляемая. Ее как-то в занос хочет срывать постоянно. Даже со всеми включенными помощниками. Ну, как, не прям со всеми, но со многими включенными помощниками. Я не знаю, мне кажется, они просто меня боятся. Они как видят, что я за рулем, такие по тормозам резко. А, Дима едет! Тебе даже не интересно смотреть, у меня интересно было. Да, я согласен. У меня не интересно смотреть, поэтому я тебя посадил за руль, чтобы ты проходил это дополнение. У меня постоянно скукота. Знаешь, я когда играю, люди смотрю такие, смотрят мою трансляцию и начинают уходить. Просто за то, что скучно. На самом деле гонки — это очень скучная вещь. Особенно когда играют люди, которые нормально приезжают. Да, а кто? А кто? Никто меня не хвалит. Хотя бы я сам себя похвалю. Смотри, сейчас как объедем. А, нет, не объехали. Ну вот, город без света остался за меня. Ну ладно, надо, чтобы был какой-нибудь экшен, приедем вот так на финиш. Тоже в дерево. Ну и ладно. Ну да, ты у меня молодец, эпично врезаешься. Так, ну-ка. О, смотри, мы супер получили. Мы супер получили. Интересно, она будет белая или это? Ладно, давай этот тачку гараж тоже отгоню. А, быстрое перемещение есть. О, нам уже даже ездить не надо. Быстрое перемещение появилось, отлично. А до этого в Форде, чтобы можно было перемещаться по карте, надо было сбивать стенды. Друг, это же настоящая классика. Чё, не красавица? Не нравится, да? Не нравится. Это ж настоящая классика, сказали. Беленькая. А почему она беленькая, кстати?
А что за топливо? Нормально, вместо газ написали топливо. Так, ну ладно, друзья, мы уже приобрели, точнее, как приобрели, выиграли Toyota Supra. Ага. И это выясним мы в следующей части прохождения дополнения Форсаж для игры Forza Horizon 2. Всем пока. Давай, Лиза, попрощайся. Ну, и чё ты машешь? Как будто на записи слышно, как ты машешь. Ладно, друзья, всем пока.